Всем привет еще раз. Третий нож тоже из уже, можно сказать, из линейки ножей. Это воробей. Воробей в таком зеленом исполнении. Ножны зеленые. Хлястик на шлевку зеленый. Есть вот такая бусина. Я ее привяжу сюда. Ну, привяжу так. Легенько, чтобы можно было отвязать, там, если надо, не надо. Вот. В остальном все то же самое. Значит, на этом воробье сталь PGK, микарта Влада Макарова. Это новая микарта от Влада. Очень кайфовая микарта. Такая более сухая, обрабатывается легко. Обработал я ее сначала до 800, потом отполировал, потом как бы откатил ее назад до 800. Вот настолько тактильно она приятная сейчас. Вот она вроде твердая, гладкая, в то же время вроде как какая-то... Я не знаю, это, конечно, не сказать, что это софт-тач, но какое-то тактильное ощущение, ну вот как на обычных ножах, такого нет. Знаете, у меня как-то был нож фирмы Изи. Вот там они тоже оставляли такую микарту, не полировали, например, как Барк Ривер, да, ее вот там полирует зеркало. А они ее как-то немножко оставляли. Ее такая прям ворсистая. Ну, здесь вот ощущение такое, но она нифига не ворсистая, короче. Не знаю, как это объяснить. В общем, бусина. Ну, воробей уже, я говорю, что там два видео есть перед этим. На ремень продольное ношение. На этом воробе я сделал вот такую фиговину еще. Ну, попробовал. То есть, ну, там, не знаю, так зацепить ее можно. В общем, постоянно как какой-то эксперимент я какие-то пытаюсь проводить в легком виде. Здесь зеленый. Ну, воробей, как обычно, охрененно оттеснен. Очень кайфовый. Прям, не знаю, даже тактильно так очень нравится трогать. Вот. Сталь PGK 63 единицы, порог волотвердость, режет, ну, просто, блин, проваливается. Ну, PGK, она, не знаю. И, например, ловец снов из N690. Вот почему он так режет? Может быть, от ширины зависит клинка, что ли? Ну, этот просто меч джедайский, вот, поэтому воробей и увеличенный ловец отправляются в барахолку. Всем спасибо, друзья.